полностью все описано. Вообще-то я литератор, у меня две профессии литературные. Фантастическая проза, правда, некоторые считают, что она никакая не фантастическая. Вот. И стихи. Гитара — это как бы... На самом деле я никакой певец, не виртуоз, гитарист. Я просто сопровождаю свои тексты гитары. Это самая обычная мелодия формации. О Донбассе, честно скажу, я еще не написал ничего. Почему меня сюда, как я понимаю, пригласили? Дело в том, что было, так сказать, предвестие Донбасса в 92-м, Приднестровье, где я оказался совершенно случайно и написал песенки, которые нельзя было не написать. Вот, и, видимо, что-то в них, понятно, что совпадает с тем, что происходит в Донбассе сейчас. Тем более, что в них часто не сказано мне про эти темы. Дело в том, что что все может произойти то же самое. Мы не знаем, что будет завтра.